Это спички. Мама говорила, что маленьким детям нельзя с ними играть. Может произойти пожар. Это маленьким нельзя, а я уже большой. Нельзя так делать. Будет беда всему лесу, и зверям, и птицам. Будешь ты меня учить, я и сам умный. Спички сделаны не для того, чтобы с ними дети играли. Ты меня еще учить будешь? Прыгаешь по деревьям и прыгай дальше, не мешай мне. Огонь – страшная сила, он может принести великое зло. Пожар, пожар, помогите! Сюда, все сюда, тушите пожар! Я больше никогда не буду брать спички. Никогда не берите спички в руки, не играйте с ними. Мог бы сгореть весь лес, и тогда нам негде было бы жить. Зайчику друзья помогли домик отстроить, но с тех пор зайчик понял, что играть со спичками нельзя. А вы, ребята, знаете об этом?